следующей серии. Что это интернет? Ну, интернет — это такая вещь, которой можно любую информацию получить. Извините, за мной приехали. Кто куча из вас? Я? Короче, меня Милана зовут. Хитрые они какие-то, четверо эти. Вот уже, казалось бы, вот уже догнали их уже. Вот все почти задержали, они раз... прямо из-под носа выскальзывают у нас. Видишь, он уехал через неделю. Да что будем делать теперь? Не знаю. Рингана. Эта девушка, тогда мы диск оставим, если что, если он приедет, ему отдайте, хорошо? Меня Аня зовут. А что мы убегаем? Она же красивая. Сапог, она слишком красивая, беги! Куда собрался? Да это, у друга свадьба сегодня. Что за мальчишник просто. Что за мальчишник? Да там друг у меня. Без Иванс. Да нет, как-то неудобно. Вы же его не знаете же. Не-не, пойдем. Не-не, пацаны, не получится. Эй, че, пацаны, колосиндари. Как тебя зовут? Канат. Канат. Я Канат Дегенерат. Шабажи. Я тебя как зовут? Я Алмаз. Я Алмаз. У меня задница как ананас. А тебя и Борсак как зовут? Ербол. Нормальное имя! Ты чё, Ера? Кого ты привёл? Да это... друзья. Эй, я, наверное, караоке спою, да? Не, давай, базар нет, нет. Братан, дай микрофон, Дай микрофон, Принято. 3 месяца работы, а результата 0. Я исправлю эту статистику. Вы сержант Белков? Ну, да, я. Ваш отдел занимается поиском 4 беглецов, укравших видеокамеру сына прокурора? Ну да, наш. А в чем, собственно, дело? Я специальный агент Малдербая. Теперь этим делом буду заниматься я. А как же майор Нурике? Лейтенант Нурике. Его перевели в другое отдел, к неудачникам, которые не умеют выполнять свою работу. Так что, Петухов, теперь я являюсь вашим непосредственным начальником. Вот приказ о моем назначении. Короче, к делу, Петухов. Мне нужно знать о них буквально все. Личные данные, информация с картотеки Интерпола, группа крови, свидетельские показания, отпечатки пальцев, протокол допроса потерпевшего, контактные телефоны ближайших родственников и друзей. Понятно, Петухов? Но у нас нет этой информации. Петухов, замрите. Я не удивлен, Петухов. Мы раскроем это дело в ближайшие 2-3 недели. Я обещал это прокурору города. И мы сделаем это, потому что я специальный агент Малдербаев.
Эй, короче, пацаны, сейчас чисто поедем, знаешь, это общаемся, там Айнура, ты говоришь, что там у тебя? Не, ничего. Что там у тебя, говори? Ничего, ничего. Эй, Сергей Зверев, ты что, офигел, что ли? Ты что там у тебя? Покажи это, говори. Эй, дай сюда, эй. Сюда дай, говори. Че? Эй, не держи меня, карай. Типа, пацаны, что, современный, да? Эй, это же это, схавал и потом танцует. Сейчас погаваем и потом движуха, ракета, давай. Давай. Я не знал, витаминки кушать, да? Пойди, возьми, хавай. Давай, на, возьми, с тобой. Давай, чисто, давай. Готов, да? Давай, пацаны, знаете, значит, за футбол. Пацаны, это кто, блядь?
Это там что за баран лежит в спальне? Не знаю. Это ты кто я? Я что здесь устроили, беспредел? Башка болит. Че происходит? И ты че, куча это ты, да? И ты че, гонишь что ли, а? Это не куча, это робот полицейский, а? Где пацаны все, татарин где? Вы арестованы, а? Вы че делали всю ночь? Вы че здесь делали всю ночь, Ай, башка, блин. Куча, сапог! И где татарин? Не кричи. Сейчас я позвоню. Татарин! Татарин, нет! Вставай, татарин! Ты чё, вставай, татарин! Жирный! Жирный, ты чё делаешь, татарин, где татарин, Чё происходит, Дима? Куча сапог! Татарин, дай-ка! Пацаны, вы что ночью делали? Я ничего не помню. У меня тоже башка болит, блин. Как это снять, Мнана? Халажижим, Мнана? Татарин, надо найти его, этот жирный в его почему одежде? Татарин, значит, где-то голый, что ли? Баран вот этот какой-то в спальне же. Что такое, куча, Надо меры предпринимать какие-то, джиктер. Походу это татарин. Иди открой, Он, наверное, за сушняком пошел и походу. Шесть, пацаны, менты! Дайте себе! Убирай! Кто дверь откроет? Иди ты открой, ты в женской одежде! Быстро! Блин, пацаны! Вы все затарили, все пацаны! Все, я открываю! Дрожжевая! Здравствуйте! Майор Иванов! Какого х**а соседи жалуются? Всю ночь шляетесь туда-сюда, соседи жалуются, постоянно звонят, мне мозг, какого хера вообще не могу понять. Почему они должны мне звонить все время? Я должен проверить, все ли у вас спокойно здесь, если нормально. У нас все в порядке, у нас все хорошо. Не верю, какого хера мне. Я знаю, они в порядке, соседи мозг. Ну-ка показывай, что здесь у вас. Я должен удостовериться. О, чистота и порядок, убрала. Ты когда успел, когда мне открывала дверь, что ли? Шустр, как швейная машинка Зингер. Че у тебя там? И там никого. Ну как скажи, пойми, как можно всю ночь никакой такую чистоту оставить? Ты же говорю, все в порядке у нас. Не верю я, не верю. Соседи говорят, всю ночь ты на этажа ниндзи прыгали. Кто? Ниндзи. Да какие ниндзи? Что ли я? Черный как нет. Да пятый этаж. Что-то и дело пятый этаж. Ниндзи. Давай показывай, что у тебя там. А ты мне тут лечила, что ни разу не была. Всю ночь, видать, держала. А это что за а? Муж. Муж? Ну, значит, все в порядке. Ну, смотри мне, курва. Если мне соседи еще хоть раз позвонят и будут мне мозг, я тебе сам и тебе на британский флаг порву. Ты меня поняла? Да. Здравия желаю. Извиняюсь за беспокойство. Я вообще не помню, что мы вчера делали. И что за беспредел вообще, а? А ты что в одежде татарина ходишь? Где он,
Я не знаю, там... Я ничего не пойму, я надо... ничего не помню. Это что за таблетки мы, а? Я не знаю, друг с Таиланда привез. Это ты своему другу скажи, мы его найдем, пусть лучше в Таиланд себе сваливает. Надо татарина найти, братан. Не, давай, короче, вы давай, идите куда шли. Кетке, давай, найдем его. Ну его нафиг, может, он встрял куда-нибудь. Куда как ушибет? Братухан, может этот морг позвоним? Че, дурак что ли, что за шутки? А вдруг он в морге? Не, он там в караоке лежит. Вы, короче, битндерсе, слышь? Ты вместе с ним сходите и посмотрите там. Понял? Только давай, технично. Давай. Подожди, куча. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Салам алейкум, братуха. Здравствуйте, не трогайте меня, пожалуйста. А чё ты боишься? Да вы вчера тут так хорошо погуляли, я всего боюсь теперь. Потому что я тебя, ну, люблю. Слышишь ли ты, я стал на самом на краю. Видишь ли ты, пойдем за алую зарю. Сможешь ли ты, и пусть дотла я там сгорю. Потому что я тебя одну люблю. Вы тут хорошо погуляли. Да. Слышишь, братуха, с нами вчера пацанчик был, татарин его зовут. Ты не видел его? Нет, по-моему, все вместе ушли. Точно вместе ушли? По-моему, точно. Джакс, давай, Андре, до свидания. Сорок, сорок один, сорок два, сорок три. Блин, по-моему, 45 было. Эй, джигитере, нету там татарина. В смысле нету? Мне бармен говорит, татарина нету, говорит, с вами ушел вчера. Он не знает, где он. Короче, но он мне душку дал. 2000 тенге. Надо найти татарина. Это... Эй, пацаны, куда татарин мог пропасть? Я не знаю, я вообще ничего не помню, что мы вчера делали? У меня рука нереально болит. А что случилось? Да я не помню, может, подрался с кем-нибудь, а? Эй, что, куда пойдем, мы, пацаны? Эй, Ерике, братуха, это вот эта книга, на которую вот так руку ложишь, да? И все твои желания, они реально сбываются. Реально все, да? Конечно. Давай ее домой возьмем. Давай. И потом... Пошли, будем сами желания загадывать. Я поцарапался, кит, не трогай его. Кит дальше. Татарин, ты зачем фонарь сломал? Давай эту лампочку домой заберем в спальне, светло будет. Это моя! Джигдерия, пацаны, давайте я в Америку полетел, пока! Пока, я куча! Куча не улетает! Американцам привет! Куча не улетает! Куча не мы гуляем по Алматы! Базарники! Пацаны, я смотри, человек в машине сидит! Тихо, тихо, не разбуди! На туре спит, там ключи есть, и пацаны, чё, может, покатаем? Татарин! Пацаны, мне, конечно, неудобно, да, это говорить. Что такое? Да, что-то это... Что-то я стесняюсь, пацаны. Ну, что случилось, говори? В натуре неудобно мне, что-то. Да свои же все. Я
Просто ночью трусы где-то потерял, прикинь, в городе. Че? Трусы, говорю, где-то потерял. Утром просыпаюсь, без трусов, прикинь. О, серьезно, что ли? Серьезно? Ну ты куча тупой. Куча, подогрели, заболи еще. Куча, ты. Куча, давай, пойдем мне сюда, где моя. Только у любимой могут быть такие необыкновенные друзья. Куча, ты что делаешь? Ты же эти трусы 6 лет носил. Они все равно не мои, мне их братан подарил. Просто он когда женился, ему новые купили. У каждого бывает приключения. Пока молоды все на движении, и порой плывем против течения. Пацаны, а где этот мужик, который в машине спал? Там водитель спал же. Он вроде в багажнике же, братан. В смысле багажник? Да. Он до сих пор спит. Иди, братан, давай. Детки. Детка, парень. А ты что, сапог, в женской одежде вообще проснулся, а? Че, тёлкой решил стать? Да фиг его знать, я ж говорю, ничего не помню. Пацаны, конкретно тусовка моя. Давай после этого клуба и в другой клуб поедем. Там вообще говорят классное. Я только там это, вход стоит 2000 тенге с человека. У меня сколько? У меня 8 тысяч осталось. Поедем я, Татарин. Я поеду. Куча. И жирный, я жирный, нас молодец сегодня. Нам мальчишек подтянули. Жирный, давай я за тебя. А я? А ты сапог, домой езжай. Балок нету. Просто там лишь 2000 тенге с пацана и... Тёлкам вход бесплатный, а ты жалко не тёлка. Давай. 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 Пацаны, я тоже еду. Смотри, сапог тёлка. Че, пацаны, что будем делать? Где будем татарина искать? Я даже не знаю. Я даже не знаю. Ты че вообще в его одежде проснулся, Ербол, братан, честно говорю, не помню я. Может, в милицию пойдем? Ты че, сапог, тупой, что ли? Нас и так все менты ищут, а ты решил сам к ним пойти, что ли? А где тогда его искать? Мне кажется, большой город забрал татарина. Серьезно говорю, вот здесь чувствую. Мы больше татарина никогда не увидим.
Для бонобо секс – это повседневное занятие. Что будем делать, а? Пацаны, а что мы его родителям скажем? Я не знаю. Жалко татарина, конечно. Не получилось вообще. Смотри, это что, татарин, что ли? Братуха! Татарин! Мы тебя ищем сколько, ты че? Через колец, ты че, куда попал? Пацаны, кто вы такие, я вас не знаю. В смысле, что за смокинг у тебя? Ты че? Смотри, кто вы такие, откуда будете, я вас не помню вообще. В смысле не помню, ты че, это я, Ербол, это куча сапог, ты че? Мы вместе приехали же из Аула сюда, не помнишь что ли? Я не знаю вас, пацаны, кто вы? Пацаны, он реально память, наверное, потерял. Да. Ёлки-палки, И что будем делать? Татарин, это же мы. Блин, надо его в больницу, наверное, показать. Вот жалко, а. Сколько пальцев, братан, Ербол, я пошутил, ты че, Ты че, сапог, Вы все ходите, Я испугался, Короче, со мной труба, что ночью было. Я с одной тёлкой познакомился. Мы, короче, к ней на хату же пошли, да? Она, короче, меня завела, говорит, давай этот смокинг надень, а то ты голый, почему я голый? Пацаны, мы тебя где не стали? Расскажите, пожалуйста, свои проблемы. Да о ней говорить, уже эта работа, понять не могу, почему я каждый день должен за этими преступниками носиться, бегать, прыгать, как сайга, какого приезжаю на вызов недавно, там ниндзи с пятого этажа прыгают. Какие ниндзи у нас тут могут быть? А деваться некуда, поднимаюсь на пятый этаж, захожу, там баба страшная, как моя жизнь. Так вообще нету, даже смотреть не на что. Открывает, а нет у нас ниндзи. Какого хуя нет, соседи, говорю, видели. Она говорит, ну нет у нас ниндзи. Проверил, посмотрел, в натуре нету ниндзи. Или я уже крыша сходит, с ума схожу. Уже даже не знаю, где мои погоны, потерял их. По дороге и найти не могу. Вот какого хуя вот с такой работой, как дальше жить? Вот скажите мне, ответьте мне по-человечески, как можно жить с такой работой? До сих пор голова болит. И у меня нереально ноги болят, Четыре. Пацаны, я кое-что нашел на телефоне, Хотите посмотреть? Побег из аула. Куча сапог, татарин и Ербол. Четыре друга из аула срочно выезжают в город. Они хотели просто поснимать кино, но камеру забрали у сынишки прокурора. Их встретили большие здания, квартира съемная. Люди прикольные, вокруг все новое. Надо одежду модную, точно, чтоб не стыдно было по городу гулять ночью. Девочки местные, им нравятся очень, но что-то почему-то общаться никто не хочет. Может быть прикол просто не того размера, а фиг его знает, пойдем в кафе, там мы проверим. Поели, слушай, даже вкусно. Только не подумали о том, что в карманах пусто. Не заметили пару нулей, там в меню вкусно, то вкусно, но больше я сюда не приду.